Понедельник в столице Японии выдался совсем не тяжелым. Наоборот, люди с улыбками на лицах устремляются любоваться цветущей сакурой. Это ежегодная традиция. Любимое времяпрепровождение в этот период – ханами, пикники прямо под благоухающими деревьями. Это парк Уэна. Для местных жителей и иностранцев здесь даже установили таблички, на которых описаны правила любования сакурой не только на японском, но и на английском языках. Парк Уэна – это популярное место любования сакурой. Вот почему мы добавили на наши плакаты перевод на английском. Мы хотели проинформировать иностранцев. Когда мы пришли в первый раз, цветки распустились не полностью. Вчера вечером мы снова пришли, но пошел дождь. Этим утром мы пришли очень рано. Мы уже третий раз приходим, чтобы погрузиться в японскую культуру. Это чудесно. Некоторые говорят, что традиция ханами – это то, что отличает японцев от других народов. Я с самого детства прихожу сюда любоваться сакурой. Япония была бы не Японией без цветения сакуры. Это для нас очень важно. Кстати, учебный год в Японии заканчивается именно весной. Сегодня я пью со своими друзьями из университетского клуба, чтобы отметить смену сезонов. Это как празднование окончания года. В этом году сакура начала цвести на 2 дня раньше, чем в прошлом. В Японии эти цветки символизируют надежду и новые начинания.